Всем привет! Вы на канале Смешарики Дети! Смешарики подросли. И вы знаете, друзья, что это такое? Уже пришла пора. Пришла пора нам что-то покупать. Что мы будем покупать? Котика! Может, собачку? Давайте щенка. Маленького щеночка. Нет! А девочку или мальчика? Девочку и мальчика! Друзья, помогите нам с этим сложным выбором. Кого нам лучше купить? Щеночка или котенка? Мальчику или девочку? Напишите в своих комментариях, пожалуйста. Потому что мы не знаем. Вы знаете? Нет. Какого цвета? Зеленого или красного? Нет, я хочу черненького и беленького. Ага. А ты? А я хочу розовенького и синенького. А вы какого цвета хотите? Может, давайте просто хомячков? Нет! Ну, хорошо, давайте решим так. Вы нарисуете, кого мы хотим купить. Давайте? Ага, давайте. Договорились. По-быстренькому. Окей, я сейчас листок найду. Уже есть у нас чемоданчик, в котором мы будем... Чоба-чоба. Все, я осталась купить. Красивое домашнее животное. Ну вот кого мы туда посадим? Не знаю. Мы можем только с вашей помощью решить. Пожалуйста. Даже родители и то теряются в догадках. Что нужно? Веслоухого или... Мяу-мяу-мяу-мяу. Или длинношерстного. Или щеночка. Такого маленького, хорошенького щеночечка. Такого хорошенького, хорошенького. Будет мяу-мяу-мяу. Кошечку? Да. Ну, давай. Бери, рисуй. По-быстренькому надо рисовать. Глеб рисует роботного котенка. Роботного? Да. Не-а. Рисуй красивого. Какого нарисуешь, такой будет. Точно? Да. Травка будет розовая. Ну, расскажи, что это. Это розовый котик с такими усиками и с хвостиком. А у Веры что? У меня тоже котенок. Сейчас мы посмотрим, что у тебя. Получается, и мне день готов. Стойте. Нет, ты рисуй, рисуй, мы процесс будем снимать. Глеб, что это ты нарисовал? Это машинка. Я хочу машинку настоящую и котика. На которой можно ездить машина. То есть мы поедем на машине покупать котика? Ага. Круто придумал. И смотрим теперь, что у Веры получится. А у тебя будет мальчик или девочка? У меня будет девочка. И у меня будет девочка. У нас будет две кошечки? Да. Ага. Нет, Глеб. Ну, Глеб, тогда мы купим одну. Зачем нам дома две кошечки? Это у меня розовый котик, как будто бы покрасить. Вы что, будете раскрашивать котиков? Ну да, я по-быстренькому умею. Живого котика будем разукрашивать? Не-не-не. Я просто так и рисую. Не будем мы с ломателями котика раскрашивать. Это ж непривычно еще для первого раза. Мне вот так хотела такое. Так, Глеб рисует какого-то бегемотика. Вера, ты разукрасила уже? Да, я так хотела разукрасила. Что это такое, мне котик? Опа, я сделала. Вот сюда это тоже поместится. Вот это у него котик получается. Какие-то у вас прикольные котята. Ты уже сделала котенка? Да. А я еще с розовым телом. А что? У него была кошка, а стала вот таким роботом-кошкой. У тебя робокот? Да, у меня робокот. А у тебя? Нет, это у меня кошка умеет превращаться в невидимую, а машина умеет превращаться в робокошку. Да, сложное вы задание поставили.
Ну что, друзья, посоветуйте нам, бывают ли розовые коты? Расскажите нам. Может быть, есть робокот? Где же нам это все купить? Ой, какую вы задачу родителям задали. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще мне нужно нарисовать телефон. Он может прощаться с телефоном. И еще? Фантазия у наших детей включилась очень быстро. Может, вам не нужно ничего и покупать? Вы просто все нарисуете и все. Не-не-не. А что вам нужно? Мы все слышим. Что вам нужно покупать? Котика 2. Котика 2? Для кошек? Готов. Друзья, в общем, родители попали в очень затруднительную ситуацию. Нам нужно что-то купить. Обязательно. Мы не знаем кого. Посоветуйте, пожалуйста. Потому что вы будете потом смотреть на то, что нам посоветуете. Нам без этого, ну никак. Дети, мы можем обойтись без котенка? Нет. Смотрите, мне нужно купить iPhone Pro и котика. И еще, а мне нужно купить машину робокота, обычного кота и телевизор. Хорошо, это проще, чем купить котенка. Значит, котенка мы не покупаем. За котенком нужно ухаживать. Кто будет ухаживать за котенком? Я! Вы слышали? Смешарики будут ухаживать за котятами. С вами был я, Смешарик Глеб, со своим папой Владом и со своей племянницей Верой. Всем пока, до новых встреч, пока-пока. И какую породу вы хотите увидеть, и какого цвета кота вы хотите увидеть. Всем пока-пока. И вот ставьте такого. Лайки, и ставьте колокольчик, и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока! А я хочу бегемотика! Бегемота кота! Так что, мы будем покупать одного питомца или двоих? Двоих! А кого? Собачку и кошечку? Они будут драться, и собачка и кошечка, поэтому мы купим две кошечки. А может, две кошечки это много? Нет. Давайте одну кошечку, пожалуйста. Друзья, как вы считаете, две кошечки это нам немного? Все. Всем пока. Мяу, 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 мяу.